Ну, это жилой дом, 70-квартирный, пятиэтажный жилой дом с плоской крышей, построенный в 1967 году. Кровли хватило до 90-го года. Но у нас была уже безвыходная ситуация, потому что было много течи в крыше. Течь шла на электрические счетчики. Здесь была проблема возникновения пожара. И уже в 2000-х годах представители Техниколь нам предложили вот такую кровлю. На данном объекте мы использовали кровельную систему, которая называется ТН-кровля-эксперт-пир. Данная система применяется как для объектов нового строительства, так и для капитального ремонта и реконструкции. Особенность данной системы состоит в том, что мы можем не производить демонтаж до плиты покрытия, произвести демонтаж до стяжки и выполнить монтаж новой системы, то есть приклеить плиту пир на клей-пену и дальше приклеить полимерную мембрану. Крышу покрыли вообще быстро. Монтаж кровли вообще по срокам шла 2-3 недели максимум, потому что погодные условия задержали. В данном случае компания «Техниколь» дополнительно предоставлял сервис службы качества. То есть был выделен специалист, который занимался непосредственным шеф-монтажом на строительной площадке. Он помогал производителю работ как с точки зрения предмонтажной подготовки выполнить правильные действия, так и с точки зрения монтажа основные узлы, основные примыкания, как это выполнить быстро и в том числе качественно. До начала капитального ремонта данной кровли, помимо протечки, была проблема теплопотери. То есть необходимо было решать проблему кардинально. Это именно до утепления. В данном случае в качестве теплоизоляционного материала мы использовали утеплитель ПИР. Это современный энергоэффективный утеплитель, который имеет минимальное значение по теплопроводности. Изменения, да. Во-первых, не стало сосулек, которые висели, метровые сосульки. Из подъезда было страшно выходить. То ли упадет, то ли не упадет. Сейчас сосулек нету. Раньше у нас на пятом этаже, вот у кого балконы с крышами, снег задерживался. А сейчас снег не задерживается. Для повышения эксплуатационных характеристик по согласованию с жильцами мы применяли кровельные пешеходные дорожки для перемещения по кровле и обслуживания кровли. Гарантийный срок службы системы ТН-кровля-эксперт-пир составляет 15 лет. После монтажа мы выдаем гарантийный сертификат о том, что компания «Техниколь» предоставляет гарантию на данную кровельную систему. А на кровельную систему, применяемую здесь, то есть ТН-кровля-эксперт-пир, в полимерной мембране 1,8 мм, гарантия составляет 15 лет. Ежегодно специалист компании «Техниколь», специалист службы качества, производит текущий осмотр кровельных покрытий, на которые мы выдали гарантийный сертификат. По итогам осмотра специалист оценивает техническое состояние кровли и выдает рекомендации. Кровля была произведена в 2016 году, сейчас 2019, ровно 3 года. И мы очень довольны.